Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. И сегодня у нас распаковка новенькой девочки. И расскажу немножко для начала о том, как ко мне попала эта посылка. Как вы знаете, сейчас все довольно сложно с оплатой, с доставкой. И я пользовалась сервисом Boxberry. Они мне помогали выкупать эту посылку. Сейчас, не знаю, получается у вас, не получается это сделать. Я пытаюсь выкупить свой предзаказ на колдунью в красном и выкупить уже полностью Тьяго, нового мальчика от New Face, пока Boxberry со мной не очень разговаривают. А еще какие-то альтернативные способы оплатить, потому что время уже поджимает. Но, надеюсь, все пройдет хорошо. Пока немножко волнуюсь, но вот, есть у нас новенькая, и мы ее сейчас будем открывать. И это Поппи Паркер. И сейчас вы увидите, какая та самая, про которую было много на самом деле разговоров. Не всем понравилось, потому что это темнокожая Поппи Паркер. Не все поддерживают, когда кукол без каких-то особенностей, да, внешности, без этнических особенностей делают темнокожими. И вот это этот случай, но я очень сильно люблю темнокожих кукол. И мне было интересно посмотреть на Поппи Паркер темнокожую. Так, у нас тут все упаковано в коробку. В коробке еще одна коробка. Но здесь уже классический шиппинг от Integrity Toys. То есть то, как он всегда и выглядит у нас. И давайте мы откроем, посмотрим на эту куклу. И здесь кое-что есть интересное. Здесь есть сменные ножки. И я покажу, как меняются ножки у кукол Integrity Toys. Как раз на днях был вопрос об этом, как это сделать. И вот сейчас на этой кукле я вам и покажу.
что, друзья, куклу мы распаковали. Давайте теперь поговорим о том, что мы увидели. Мне очень понравилось. Есть некоторые моменты, которые меня смутили, но в целом сама кукла мне очень понравилась. Мне безумно понравились ее волосы, они очень красиво выглядят. Такая объемная, красивая прическа, еще вот эти вот локоны немножко завитые. Возможно, ее стоит немножко расчесать, чтобы это было еще более объемно. Но и так, на самом деле, немножко я их потрогала, и они красиво выглядят. Мне понравилась фишка вот с этими аксессуарами, с ведром со льдом, с шипучкой, с бокалом, с коктейльчиком. Очень по-летнему здорово выглядит, пинцет. Очень классные аксессуары, сережки, браслет, кольцо, такие золотистые с эмалью. Голубой бирюзовой эмалью, очень, конечно же, красивый у нее макияж, тоже золотистый, с золотистыми тенями, такой, наверное, можно сказать, коралловый, нюдово-коралловой помадой и с такими же под тон румянами. Классное платье с вышивкой, очень тонкая вышивка, бисер, золотой люрикс, здорово сделано, маникюрчик и педикюрчик у нее золотой. Ручки, кстати, вторые, они не жестовые, они с другим маникюром. То есть здесь то же самое, та же самая прямая ручка, просто здесь ручки с короткими ногтями, а здесь с длинными. Что, кстати, немножко странно, потому что я думала, что будут жестовые руки, чтобы держать как раз-таки бокал, но нет. Классные золотые очки, мне вообще очень нравится эта форма у очков, это, по-моему, уже... четвертые такие очки в моей коллекции. Единственное, что на эту куклу я не смогла их надеть. То есть зацепить их где-то за волосы, за ушки, за сережки. У меня так и не получилось. Но на самом деле, вот помните, мы с вами распаковывали куклу Энна Марада. И она была в таком очень узком розовом платье. И я сказала, что ее невозможно поставить на подставку. У меня после съемок получилось это сделать. Просто надо было штырек изначально зажать между ножек у куклы и только потом надевать платье, и тогда это возможно. То есть просто засунуть его, когда оно уже в платье, нельзя, но если сделать это сразу, то возможно. И у меня сейчас одна из кукол стоит именно в этом платье на полке. Так что, возможно, и очки я в итоге смогу надеть, но пока у меня не получилось. Побоялась еще разрушить вот этот хвост, собранный наверх, поэтому не стала заталкивать очки в саму прическу, а на сережках, как обычно, они держатся. В данном случае не стали держаться, потому что гвоздик на сережках довольно маленький. По поводу ножек. То есть я показала вам, как меняются ноги, да, это достаточно просто. Вы просто вытягиваете этот штырек, он просто прямой, здесь ничего такого нет. Он чуть-чуть зазубренный, чтобы держаться. Но в целом он просто обычный прямой, здесь нет никаких якорей, ничего такого, никаких стоперов. И вам нужно тихонечко, да, медленно, не торопясь вытягивать эту ножку, но это довольно сложно, то есть нужно приложить усилия, она плотно сидит. Прям напрямую вы ее вытягиваете, и потом следующую ножку вставляете до щелчка. Делать это, да, сложновато, то есть он очень туго идет, но вполне себе возможно, ничего страшного в этом нет. И здесь, конечно, мне безумно понравились вот эти бирюзовые туфли, они очень красивые. И сандалики, они, сандалики красивые, безусловно, они красивые, я вообще люблю обувь для Поппи Паркер на низком каблуке, она всегда такая очень миленькая. Но здесь, конечно, ужас любого кукольника, это обувь на шнуровке. Завязать шнурочки на кукольной обуви – это всегда очень тяжело, очень долго. И у меня даже возникла мысль о том, что они не просто так сделали именно две пары ног, а не просто две пары обуви на одинаковой стопе, чтобы в эти ножки вместе с этими сандалиями прямо ноги вытаскивали. Уже не развязывали их никогда. Можно, конечно, было эту шнуровку завязывать, да, повыше, но я решила просто вокруг щиколотки обмотать. В целом кукла мне очень понравилась. Мне кажется, темнокожая Поппи Паркер выглядит интересно, классно. И в данном случае сам релиз, да, он такой пляжный. Это классно, потому что действительно ощущается какой-то отпуск, пляж, коктейли, веселье.
Будет еще вторая Поппи Паркер Палм Спрингс, тоже из этой серии. Я думаю, они устроят тут целую вечеринку, но подождем ее, пока эта Поппи Паркер будет веселить и радовать тех кукол, что стоят у меня в доме. Я думаю, можно даже что-то устроить им, какое-нибудь веселье. Давненько у них не было никаких вечеринок в доме. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было так же интересно и весело, как и мне. Совсем скоро откроем что-нибудь еще новенькое, но если ничего пока не будет приходить, то все равно что-нибудь придумаем, чем заняться. Например, перестроим дом или что-нибудь сошьем, поэтому подписывайтесь для того, чтобы не пропустить новые видео.